Правда, не знаю, что ожидать от нашей следующей фигуристки. Ведь всего пару лет назад она первая фигуристка, исполнившая в одной программе 2 четверных прыжка. А уже в этом сезоне в ее олимпийской программе их было целых 5. Это была ее цель, и она к ней пришла. И вряд ли кто-то сможет перебить ее 5 четверных. Итак, двукратная чемпионка мира среди юниоров. Бронзовый призер чемпионата мира и серебряный призер Олимпийских игр Пекина. Встречайте, русская ракета Александра Трусова! Русская ракета, королева четверных прыжков. И просто потрясающая девушка. Александра, кстати, исполнила свою короткую олимпийскую программу «Фрида». 5 четверных прыжков, друзья. Это не делал никто в мире из женщин. Ну что,